Правительство Канады в следующем году увеличит миграционную квоту до 300 тысяч человек. Чуть больше половины из них – экономические мигранты. По программе «Воссоединение семей» в страну прибудут 84 тысячи человек. Тем временем миграционная политика ФРГ обернулась возросшим уровнем преступности. За полгода беженцы совершили более 142 тысяч правонарушений. Это в среднем по 780 преступлений в день. Причем эти цифры включают только те случаи, когда предполагаемые злоумышленники были задержаны. Показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.